Правоприменители работают в первую очередь с документами. Поэтому, когда вы приходите на то или иное мероприятие, вот сегодня пришли на мероприятие, да, в дальнейшем, возможно, пойдете на личные приемы в госучреждения, обязательно с собой берите пакеты документов, которые подтверждают ваши доводы. Да? Это договора, это переписка, это ответы госструктур. То есть весь пакет документов с собой берете. Дополнительно копии этих документов. Вот. Одновременно, возможно, подготовить какую-то правовую позицию. То есть те моменты, которые вы устно озвучили, дополнительно еще письменно описывают. Потому что не всегда вашим обращением будет заниматься именно то должностное лицо, с которым вы общаетесь. То есть, к примеру, когда вы приходите на личный прием к помощнику прокурора и, соответственно, подготовились и передаете документы, в дальнейшем рассматривать будет обращение, возможно, другое должностное лицо, которое именно данным надзором и данным направлением занимается. Вот. В части документов дал рекомендации.